Телеканал «Продвижение» выиграл главную телевизионную премию России «ТФ-регион» в номинации «Телевизионный дизайн» за линейку роликов «Год российских кино». Их вы могли видеть в течение всего года на нашем телеканале. Итоги конкурса подвели накануне в Уфе. Юлия Боброва продолжит тему. От «Кинзадзе» Георгий Данелия едва не отказался. Неприятности преследовали съемочную группу одна за другой. Сначала потерялись макеты «Пепелаца». Уникальные факты об известных фильмах и любимые цитаты киногероев. Таких роликов больше 150. Журналист Ольга Долгих говорит, найти малоизвестные детали об известных фильмах было непросто, но получилось. Мы никогда бы не увидели фильм «Морозко», если бы Георгий Миляр в свое время в 30-градусный мороз не залез в воду и не спас пленки. Неизвестно, как сложилась бы судьба детдомовца, исполнителя роли Ванечки в фильме «Офицеры», если бы на премьере мать не увидела своего ребенка, не узнала и не вернула бы его в семью. Над созданием каждого ролика работала большая команда. Процесс трудоемкий. Все потому, что дизайнеры не расставались с карандашами. Рисунки создавали вручную. Их было больше тысячи. Мне кажется, что сухо, графично. Просто рисунок карандашный. Много дать не может, но на самом деле он передает, может быть, мы надеемся, какие-то эмоции, вот, что-то вот такое интересное, не совсем телевизионное. Закон тех, кто работает на телевидении, внутренний закон должен быть работать без халтуры. Никогда нельзя забывать о том, что то, что мы делаем, каждый день видит зритель. Победила телеканал, где мы помимо качества увидели творческий подход, мы увидели теплоту, и с большой радостью объявляю победителя. Телеканал «Продвижение», город Омск. Спасибо нашему телеканалу, нашим ребятам, потому что эта статуэтка – это история любви, любви к работе, но прежде всего любви к телезрителям и любви к героям, тем, о которых мы снимаем сюжеты, о которых делаем эфирные заставки. В прошлом году спецприз «ТЭФИ Регион» взял автор программы «Овертайм» Андрей Блохин. В этом году в Омск отправляются две статуэтки. В номинации «Социальная инициатива» победили наши коллеги с 12-го канала. Ну а зрители телеканала «Продвижение» по-прежнему смогут видеть в эфире ожившие рисунки, созданные, как отметила жюри конкурса, с особым теплом и профессионализмом. Юлия Боброва, Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.